Вы смотрите канал «Настолки с Филом», и здесь должна была бы быть шутка про зомби, но ее не будет, поскольку в настольной игре Z-Game шутки с ожившими мертвецами могут плохо кончиться. Сюжет Z-Game забрасывает нас в маленький городок, охваченный толпой оживших голодных мертвецов, в котором ведут борьбу за выживание несколько весьма колоритных группировок. На выбор предоставляется 4 фракции. Это и банда безбашенных байкеров с ревом моторов, носящихся по городу на своих чопперах, и рейдеры-людоеды, угоняющие людей в рабство и способные сожрать членов своей банды, чтобы накормить остальных. Трудолюбивые тихони хиппи, именуемые пчелами, строят свой улей коммуну, но чуть что они оголят свои жала. Или политическая партия нового дня, которая пытается воссоздать из хаоса новый порядок на принципах корпоративной эстетики. Каждая группировка наделена своим особым стартовым комплектом ресурсов и уникальными свойствами. Например, брутальные байкеры, закованные в броню, получают бонус к атаке, если перемещаются в локацию на чопперах. А работяги-хиппи могут сразу возводить усиленные укрепления. Используют для этих целей лошадку. Для игры вам потребуется компания из 2-4 игроков и 1-1.5 часа свободного времени на партию. Но это, конечно же, если партия у вас не первая. Правила настолько мудреные, что когда мы играли в первый раз, из-за слишком частых обращений к ним партия у нас затянулась часа на 3. Сама же игра представляет собой вдумчивую тактическую стратегию авторства Романа Кондратьева, также известного как Марвин, идейного вдохновителя отечественного зомби-движения. Давайте же посмотрим, что нас ждет внутри. А ждет нас там буклет с правилами игры, 23 шестиугольных тайла локаций, из которых составляется игровое поле, карты действий, включающие карты огнестрельного и холодного оружия, транспорта, карты игровых персонажей и карты зомби, счетчик ресурсов и победных очков, листы фракций и маркеры, фишки персонажей с подставками и один шестигранный кубик. Оформлена Z-Game в необычном, слегка безумном рисованном стиле, что придает игре совершенно особый шарм. Все это приправлено порцией юмора и подано, надо сказать, со знанием дела. Кстати, интересный факт. Образы персонажей срисованы с реальных людей, друзей автора, которые после издания игры устроили косплей своих персонажей. Чтобы победить, вам потребуется набрать от 10 до 20 очков, в зависимости от желаемой продолжительности партии. Заветные победные очки выдаются за удержание улицы, возведение или захват укреплений и за убийство лидеров фракции соперника. Доминируй над остальными! Докажи всем, что ты храбрейший, сильнейший! Коварнейший! Но сперва нужно составить карту города, либо выбрав раскладку из правил, или же можно придумать игровое поле самостоятельно. Выбираем фракцию, выбираем базу, получаем стартовые ресурсы и поехали! Правила игры написаны довольно запутанно, но мы потратили достаточно времени на их изучение, так что вам, дорогие зрители, волноваться не о чем. Каждый игрок начинает на своей базе с лидером и одним персонажем. Один ход или условный игровой день делится на несколько этапов, в каждом из которых игроки действуют по очереди. Утром осматриваем свои владения, на которых есть персонажи или укрепления, и собираем с них урожай. Есть магазин или аптека? Передвиньте маркеры еды и лекарств на 2 деления. Полицейский участок? Возьмите карту огнестрельного оружия из соответствующей колоды. В пожарной части можно разжиться топориком, на парковке транспортом, а в домах можно встретить нового дружественного персонажа. Контролируйте особый тайл улицы, получите 2 победных очка и 1 из специальных карт. После чего в городке начинаются торги. А какой главный принцип торгов во время зомби-апокалипсиса? Все верно, никаких принципов. Каждый игрок может, если захочет, выбрать одну из своих карт и положить перед собой в закрытую. Затем указать любого игрока с картами на руке, и тот обязан отдать ему взамен одну из своих карт, также в закрытую. Карты пока смотреть нельзя. После махинаций каждый игрок, начиная с первого, может предложить остальным игрокам сделку. Он выкладывает любое число карт с руки на стол в открытую и просит за них то, что ему нужно.
Любой другой игрок может открыть запрошенные или другие карты и предложить обмен. Если активный игрок соглашается на один из предложенных вариантов, то обмен происходит. После торгов самое время накормить подопечных и отправиться на исследование новых локаций. В начале дня персонажи истощены, и их необходимо накормить за счет имеющейся в нашем распоряжении еды, на количество которой указывает маркер продовольствия, или за счет некоторых съедобных карточек. Например, можно съесть лошадь, а вот рейдеры могут позавтракать одним из своих боевых товарищей, накормив сразу всех. Впрочем, остальные фракции тоже не брезгуют каннибализмом, вот только менее эффективно. Один съеденный персонаж, одна единица продовольствия. Ну а хиппи просто употребляют на одну еду меньше. Днем персонажей можно отправить на исследование новых территорий, как поодиночке, так и группами и с использованием любого вида транспорта. Кроме тех, которые истощены, их почему-то нельзя подвозить. Если целью перемещения становится пустая или нейтральная локация, происходит бой с зомби. Открывается верхняя карта соответствующей колоды и сравнивается с показателями силы отряда. После чего можно каждому персонажу выдать по одной карте оружия и сравнить сумму очков с показателем силы зомби. И если этот результат равен или больше, отряд побеждает. А игрок бросает кубик и получает в награду случайные карты, одну или две, смотря сколько указано на карте мертвеца. Если победить зомби не удалось, отряд вынужден отступить, при этом истощенные персонажи погибают. Если же в локации находятся вражеские персонажи и или укрепления, то сперва все равно надо сразиться с мертвецами, а уж потом выяснять отношения с соперниками. При этом укрепление дает силу плюс один обороняющейся стороне. Враждующие стороны в закрытую вооружают своих персонажей, после чего карты одновременно вскрываются и сравнивается сумма боевых очков. Проигравшая сторона вынуждена отступить, а персонажи истощаются. Каждым примененным в бою огнестрельным оружием победитель может повергнуть одного персонажа, и если в ответ не будет сброшена карта брони, то при отступлении такие персонажи, равно как и истощенные, должны погибнуть. А если победителем в бою является фракция рейдеров, то поверженных или истощенных персонажей и вовсе можно захватить в рабство удачным броском кубика. При этом у обороняющейся стороны всегда есть шанс сдать позицию без боя, освободив занятые позиции добровольно. С истощением персонажей, разумеется. День в Z-Game проходит в череде жестоких боев, но и вечером не стоит расслабляться, ведь предстоит подготовка к ночной атаке зомби. Вечером можно поручить своим неистощенным и оставшимся в живых подопечным ремонтировать или строить укрепления, создавать лекарства или же проводить диверсии вражеских лагерей. Есть три вида вредительства. Можно из-под тишка разрушить укрепление, своровать карту из руки или вовсе натравить на позиции врага разъяренных зомби, атакующих с двойной силой. Если в одной локации находится несколько здоровых персонажей, то они могут сложить значение своих навыков для того, чтобы выполнить какое-то из вечерних действий. Поворачиваем карточку персонажа в соответствующую сторону, при необходимости применяя карточки, увеличивающие навыки инженерии и науки. Хорошо потрудившись с утра до вечера, все ваши персонажи, кроме лидера, истощаются, да к тому же и происходит обострение болезней. Вы можете поднять на ноги столько персонажей, насколько хватает лекарств. И самое время, ведь ночью толпы голодных мертвецов активизируются и начинают бродить по городу в поисках пищи. Каждая локация, в которой собралось 4 или более персонажей, или в которой провели диверсию по привлечению толпы мертвецов, будет атакована двумя кубиками зомби. Каждая неукрепленная локация, на которой 3 или меньше персонажей, будет атакована одним кубиком. Удалось отбиться от мертвецов? Отлично, оставайтесь в локации. Не удалось? Отступайте, теряя всех истощенных персонажей. Но в любом случае, расслабляться пока рано. Ведь самое время проверить, не заразился ли кто зомби-вирусом. За каждого истощенного болезнью персонажа кидаем кубик, чтобы узнать, смог ли его организм побороть действие вируса. При значении 3 и ниже персонаж начинает превращаться в монстра, и выход может быть только один. После этого уже можно немного расслабиться, поставить наконец укрепления, которые начали возводить ранее, передвинуть маркер лекарств и победных очков, а затем передать титул первого игрока следующему и начать новый день нелегкой борьбы за выживание. Фух. Но не пугайтесь, запомнить порядок хода на самом деле довольно просто. Сперва получил плюшки со своих локаций, затем можешь поторговаться с другими персонажами. После этого отправил своих персонажей погулять, предварительно накормив, зашел в новую локацию, встретил зомби, победил, вытягиваешь карту. Остальных персонажей заставил варить вакцину или строить баррикады, в зависимости от их специализации. Но не слишком увлекайся, ведь ночью придется защищать от атаки зомби тех, кто остался без крыши над головой. Защитился? Отлично. Пей вакцину и спи спокойно до следующего утра. Нет вакцины. Брось кубик, заразись и умри. Что, все равно непонятно? Тогда давай покажу на примере. Переходи вот сюда.
Что касается качества компонентов игры, то они далеки от идеала. Огорчает вырубка тайлов, картон по краям обсыпается в мелкую пыль, видны заусенцы. Подставки под фишки имеют слишком узкую прорезь, а менять подложки принадлежности к фракции приходится очень часто, из-за чего портится верхний слой фишек. Карты тоже быстро затираются, в коробке отсутствует органайзер, да и сама коробка из тонкого картона не выдерживает частой транспортировки. Пожалуй, качественными можно назвать лишь памятки и правила. Первая ласточка Dead Project оказалась весьма самобытной, добротной настольной игрой. Интересная игровая механика, соревновательная стратегия про выживание и контроль территорий, приправленная изрядной долей юмора. Чувствуется привязка к сеттингу, благодаря необычным брутальным мультяшным артам и особенностям игрового процесса. Здесь действуют настоящие законы постапокалипсиса. Выживает сильнейший, и кто не работает, того скорее всего съедят. Но не обошлось и без недочетов, заморочки с правилами, даунтайм и довольно посредственное качество компонентов. Искренне надеюсь, что во втором издании все это исправят. Кстати, оно уже не за горами. По словам разработчиков, Z Game 2.0 нас ждет принципиально новый игровой процесс, новые персонажи, арты и, кажется, мне пора строить баррикады. Тут будет на заднем фоне, типа, пришло время начинать Z Game. И я, типа, такой. Нормально? Нет. Почему ты нет? Слишком быстро рукой пошел. А, ладно. Тогда так.